По кругу стоят 10 стаканов с водой и с березовым соком. Внешне неразличимые, но различимые на вкус. Березовый сок каких-то 5 стаканов подряд. Потратив наименьшее количество стаканов, гарантированно отыщите 3 нетронутых вами стакана с соком. Не требовалось выяснять все, а требовалось найти, ну, при этом другие можно и выпить, если хотите, все, но требовалось, чтобы осталось невыпитых 3 стакана сока. Заметьте, это отличается от того, что мы решали, потому что нам требовалось как можно больше вообще стаканов, и не так важно было, где сок, где не сок. Требовалось разобраться, где что. А сейчас считается, что вода это неинтересна, а интересен только сок. Сначала надо выпить первый, потом... Нет, что точно, что мы вначале выпьем какой-то стакан, это безусловно. Да, дальше. Потом выпьем ему симметрично. Ага, ну выпили дальше. Если оба одинаковые... Они не бывают, одинаковые не бывают. Один из них сок, другой вода. А зачем же его было пить, если вы про него уже знаете, что там? Если вы выпили один стакан, то вы уже знаете, что противоположно. Ну и тогда около воды справа мы выпиваем еще один стакан. А если он оказывается соком, то между ними... Да, смотрите, ребят, после того, как мы выпили один стакан, мы имеем ситуацию. Один из них мы выпили, другой не выпили. Это не так важно. Важно, что мы выпили один стакан, и мы знаем, что вот в каком-то вода, в каком-то сок. Ну а теперь можно просто от воды выпивать все, что по часовой стрелке. Ну, подряд идти по часовой стрелке и пить до первого сока. От воды по часовой стрелке идем. И таким образом найдем, когда первый раз возникнет сок. Тогда мы потратим максимум 2 стакана сока и будем все знать. Абсолютно разумная идея. Правда, может быть, что нам придется выпить 5 стаканов. А нельзя ли быстрее? Нет. Ну, вот это, да? Да. Но тогда неприятные варианты могут быть. Случайно может оказаться, что если это два варианта. Либо здесь сок, здесь тогда, вода. Тогда мы, если это сок, то выпиваем тот стакан, который ближе к воде оставшийся. Если он вода, то мы... Нет, тогда мы можем попортить 3 стакана сока. Если мы уже выпили вот это, и если мы выпили вот это, то это будет... Я предлагаю верхний. Я буду предлагать верхний. А если это тоже сок окажется? Нет, и все, это будет беда. Да, ребята, получается, что все-таки, если нам нужно обязательно 3 стакана сока оставить,